Гусли легендарного Садко, средневековая волынка, старинный наряд русской красавицы и зажигательные народные танцы. Все это можно было наблюдать в минувшие выходные во Дворце культуры Арктика. Там прошел съезжий праздник «Печорская гостьба». Его организовал этнокультурный центр Ненецкого округа в рамках Славянской межрегиональной фольклорной ассамблеи. В празднике приняли участие множество коллективов из разных городов России, Великого Новгорода, фольклорные Вологды, Череповца, Москвы и творческие коллективы Ненецкого округа. На народном гулянии побывала и наш корреспондент Любовь Пермякова, ей слово. Здесь используют бычий пузырь, ее надувают. Специалист по музыкальной археологии из Великого Новгорода Антон Каменский показывает нам уникальный инструмент – средневековую волынку, на которой играли еще в 14 веке. Кроме волынки, на мастер-классе были представлены и древние струнные музыкальные инструменты. Это гусли лирообразные, это самый древний тип гуслей. Обломки от этого инструмента были найдены в слоях 11 века. И этот инструмент еще известен тем, что у него сбоку сохранилась вот такая вот резная надпись «Славиша». «Славиша» — это, судя по всему, имя. Скорее всего, имя музыканта, который играл вот в 11 веке на таком инструменте. И именно такого типа инструмент мог принадлежать легендарному Садко. Еще одна участница печорской гостьбы Татьяна Казакова занимается женским этнографическим обрядовым пением и шьет старинные костюмы. Шью по этнографическим образцам, также делаю куколок обережных. Поэтому вот хотите, я на вас покажу, например, как вы преобразитесь в костюме. И интересно даже, какие у вас будут ощущения. Конечно, от такого предложения на съезжем празднике трудно было отказаться. Меня наряжают сначала в рубаху, затем ситцевый сарафан и расшитый передник. Завершает образ русской народной модницы яркий платок, который, кстати, вологодские девушки любили носить домиком. Теперь самое время идти, как говорится, в народ, на гуляние и похвалиться обновкой. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Сегодня коллективы из разных уголков России во Дворце культуры Арктика поют, играют на музыкальных инструментах и показывают старинные танцевальные движения. Здравствуйте, Юля! Танцевальными движениями, которые покорили бы сердце любого деревенского парня, нас познакомила руководитель фольклорного коллектива «Поверье» Юлия Алакина, которая вместе со своим коллективом в северную столицу прилетела из Москвы и привезла с собой многочисленные народные забавы, игры и хороводы. Мы едем в экспедиции, записываем обряды от носителей традиционной культуры. Это и хореография, это и песенное исполнительство, певческое исполнительство. Это и костюмы, и обряды, и инструменты, даже народный театр. Поэтому нам приходится немножко даже быть реконструкторами и владеть и северной, и западной, и южной традицией. Ну вот, конечно же, юг тоже у нас есть и немножко даже преобладает. Коллектив «Поверье» южную культуру любит по-особенному. Даже на сегодняшнее выступление певцы пришли в народных костюмах, которые носили на Кубани и других теплых регионах страны. Носят паневы домотканые, вышиванные и тканые элементы. То есть это старинные пояса, это гайтан, это ожерелка, это барановский платок, который печатный. Кстати, площадка ансамбля «Поверье» была самой популярной на празднике. После мастер-класса музыканты отправились выступать на главную сцену Дворца культуры «Арктика», где вновь зажгли многочисленную публику. Впрочем, в концертном зале выступили все участники съезжего праздника. Это фольклорные коллективы, ансамбли, отдельные исполнители, музыканты из разных уголков России и Ненецкого округа. Всего более 80 человек. Как оказалось, любителей русской культуры в округе тоже немало. По словам организаторов мероприятий этнокультурного центра, услышать звуки предков, послушать старинные песни, полюбоваться красотой народных костюмов пришли более чем 1000 человек. А это значит, славянская культура будет жить. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».